А сейчас речь пойдет о научной библиотеке Тверского государственного университета, которую теперь по праву можно называть Центром научно-образовательной культурной жизни вуза. Наш корреспондент расскажет о том, как поменялась библиотека за последнее время, какие задачи и вызовы стоят перед преподавателями и студентами университета. Более 150 лет научная библиотека Тверского государственного университета развивалась и теперь является источником надежного образовательного и научного контента, который вносит большой вклад в поддержку базовых процессов вуза. Университет с помощью научной библиотеки становится современной информационной платформой научного, образовательного и социокультурного взаимодействия с жителями Тверского региона. Научная библиотека Тверского государственного университета – это достояние не только нашего вуза, но и всего Тверского края, и в каком-то смысле даже всей страны. И это основа и для образовательного процесса, для научного процесса, для культурного развития. И нам, я рад, что нам удалось в последнее время сделать важные шаги в развитии нашей библиотеки. Сегодняшняя научная библиотека Тверского госуниверситета обладает множеством преимуществ. Она расположена в нескольких локациях. В университетских кампусах, на факультетах и в информационно-библиотечном центре, где есть книжный фонд, научной библиотеки, несколько лекционных аудиторий, коворкинги, а также красивые современные помещения открытого фонда, региональная точка кипения и отдел редких книг. Наконец-то сбылась наша мечта, когда наши фонды наконец-то хранятся в очень удобных для них месте. Это специальные стеллажи мобильные, на которые помещается гораздо больше книг, чем на обычные стеллажи. Хранить в них очень удобно, они защищают книги от лишнего света. Сегодня в библиотеке хранится крупнейшая в регионе коллекция редких и ценных изданий на русском и иностранных языках, насчитывающая более 80 тысяч томов, начиная с 16 века. Для изучения этой литературы для студентов университета проводят выставки-просмотры. Студенты Тверского государственного университета, Института педагогического образования и социальных технологий решили изучить уникальную коллекцию дореволюционных журналов, посвященную педагогической направленности. Библиотека согласилась нас познакомить с этой коллекцией и устроила экскурсию. Также у научной библиотеки удобный режим работы и большие технические возможности. Собственные IT-системы и сервисы, а также возможность удаленного доступа к информационным ресурсам из дома, общежития и так далее. Таким образом, становится понятно, информационно-библиотечный центр не только про книги. Это место единения и встреч студентов, преподавателей и партнеров университета.